мы каждый год читаем то же самое но в каждый год новое толкование мы наше сердце открывается мы понимаем что-то новое что-то другое праздник Сукот длится 7 дней и седьмой день, последний день праздника Сукот называется Ошана Раба. Это может быть чуть-чуть лично. Я родился 13 октября. И как многие из вас, я родился в СССР. И там э, все правительство и все очень много людей были атеисты. И мы были очень далеки от наших еврейских корней. Мы знали, что мы евреи, но не по традиции, как евреи. Городок Бруйск, там, где я жил и Родился, он был очень еврейский город. Даже наши нееврейские соседи говорили на идише. Но, Но если смотреть так, как на религию, то наша страна была очень далека от еврейства. Э... Э... Но дедушка с стороны моей мамы Юда, Юда его звали.

можно праздновать два дня рождения, один по еврейскому, один по... Так вот так получилось, что 13 октября, в тот год, который я родился, было Ушана Раба. И тот еврейский тарих, он же остается из год в год, только дата, которая интернациональная, она меняется. И поэтому мой дедушка приносил мне подарок не на мой день рождения 13 октября, а на Ушана Раба. И когда я когда я попал сюда в Израиль, я понял, потому что прежде этого я не понимал, почему это так. В этот э, день Ушана Раба мы превозносим эти четыре плода, растения, и мы провозглашаем спасение всему миру. Мы поднимаем иву. Ива это такое растение, дерево, которое нуждается в очень много воды. И поэтому это вот как сейчас, что мы все нуждаемся в этом дожде от Бога. А дождь благословения. А, 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 а Но это традициональная вещь. Есть люди, которые с этим соглашаются, есть те, которые не особо понимают и принимают эти традиции. Любую вещь можно выполнить, если это делать с верой и с хорошей намерением. Но давайте посмотрим на этот день Ошана Раба с взгляда Танах и с взгляда Нового Завета. Если мы открываем книгу... Okay, я просто расскажу, что там написано. אז במדבר פרק לא, числа. Числа. Числа, 29, קניגה הלוי? לא, צ'יסלה. צ'יסלה. קניגי צ'יסלה דוואציה דבעת ויש שם סיפור. Рассказ, מפסוק 12 עד הסוף. על הקורבנות מסוימות שעם ישראל היה אמור להקריב С 12 стиха до, до конца там есть история про, какие жертвы наш народ должен был приносить. Там есть разные-разные жертвы. Там очень много жертв, но особенно мы видим жертву Теленка.

Всегда это толкуется, много раз толкуется как 70 народов и еще один народ, это народ Израиля. Может быть, не все это помнят. Когда мы строили вот, Арон, Арон Ков... Ков... Ковч... святой ковчег, ну, как это можно сказать. Мы видите, это как будто столб из огня и столб из как облака. Облачный и огненный столб. Если помните историю, как Бог сопровождал израильский народ с огненным столбом и с облаком. Если вы посчитаете здесь, сколько огоньков на, находится

Поэтому приносить 70 жертв за другие народы, за других людей и один для себя, это что-то очень важное в свитках Картуре. Один из моих учителей, вот его толкование про этот праздник. הוא עכשיו לא ממש בבריאות שלמה, הוא גר בקריות. יבוא זבות משה מוריסון, אונשוויוט קריות אחי, צ'סטי זבס, מושבית זנקו מספנים. אז הוא סיפר סיפור מאוד מעניין. עונרס קזל עוד שני אינטרס להיסטוריה. חג הסוכות. פרזניק סוכות. חוגגים שבעה ימים. פרזניק סוכות. ועל פי הוכחות לא ישירות אפשר להבין שישוע נולד בחג הסוכות. И можно дойти до того, что Иешуа родился на празднике сукот. Не там 25 декабря. И если прям вникать в Писание, можно дойти до этого. И вот ребенок-малыш родился. И мы, ש... читаем... и мы читаем в Евангелии Матвея и всех Евангелиях, что родился ребенок и не было в гостинице места. они нашли такое местечко, ясли, как будто, как палатка, и там они там можно праздновать праздник сукупности. Там родился و... Иешуа Машех. Первые шесть дней. و... نолад, шفي, шفي. Значит, ему еще не сделали Бритмила, потому что это делают на седьмой или восьмой день. Workers, пabei, умрmate, и вот он находится в той палатке, его еще ему еще не сделали мила и он как будто обозначает все народы. Потому что другие народы не делают бритмила. И в последний день ему делают бритмилла. Ямахарон, Ахарон, Йома Швии, Сука. Значит, эти шесть первых дней он как будто обозначает других народов, и в седьмой день, когда ему делают брит мила, он как будто уже как еврей, который в суке. با... Если мы смотрим на разные толкования про суку, мы можем увидеть, что у этого есть значение. Писание. و... وسука, חלש, זוכרים, Сука — это не только обозначает, что мы сидим в таком слабом месте и вспоминаем, что было в пустыне. کی, лар, בסука, במדбар, כלа, זאת, анан, э, ванан, Значит, э, те евреи, которые были в пустыне и сидели в шалашах, они видели в этом слабом месте, они видели возле себя огонь, столб с огнем и видели облако, и это присутствие Бога с ними. נמצא מלאך אדוני או בורא עולם אני לא יודע בדיוק איך לפרש אבל נוכחות שלו אז אתה הרבה יותר בטוח מאשר אתה יושב אפילו במקלט אתה יושב себе, месте, вас, прям, Нет, лучше, ואנחנו אם לומדים את כל הכתבי קודש רואים שבספר התגלות כשמדובר Если мы изучаем Писание, можно увидеть, что в книге Откровения, где там описывается, как Новый Иерусалим спускается вниз. Там написано, что это будет как скиния, либо как шалаш, сука, там будут все люди, которые не поверили в пол. И мы можем увидеть, как связана вот эта сука, которая она слабая, и Новый Иерусалим, который будет очень мощным. И и вот мы еще видим историю, как Иешуа внутри шалаша, он представляет и все другие народы, и наш народ израильский. В Евангелии от Луки написано про него, про Иешуа. Я хочу прочитать. Давайте откроем Евангелие от Луки. Вторая глава.

איש היה בירושלים באותו עת שמעון שמו והאיש תדיק וחסיד ומחכה לנחמת ישראל ורוח הקודש הייתה עליו מדובר פה על יא פרצ'תא יא פרוס כי תדאבל ורוסלמי צלווה קימינם סימאון און בלמוש פראבי דני בלגצ'סטי וצ'אי אישיות ישני עזראי לבה הידוך סביאתו ובלנניו מה מאוד מעניין על שמעון הצדיק כתוב לא רק בברית החדשה גם בתלמוד כתוב על האיש הזה

а урав это аелет Иешуа, ласот бо кенахук альпиха тора. И пришед ⁇ он по вдохновению в храме, и тогда же родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд. В улаках это баядаем боядаемшило в бирехото, в земелими отмелнинимшие, а Шимона цадик умер в миварех это елят этот праведник Симон, он говорит очень интересные вещи, когда он благословляет Иешуа. Ибо очи мои видели спасение твое, ашер хикинот лейней коль хаамим, ты уготовил перед лицом всего мира, ор э, легаир легоим ве тиферато Исраэля меха,

и возвратить честь и славу народу Израиля. И эти слова можно описать другим словом. Ошана раба. Ошана раба. Ошана раба. Ошана раба. Ошана раба". Ошана раба". Все вещи, которые народ Израиля ожидал. Ошана раба и раба и эти вещи через Иешуа uh, они пришли. И вот праздник Суккот И все там празднуют И все жертвы, приношения И все эти стрелки Показывают на Иешуа, который пришел Он избранный Для всех народов И для нас И вот когда мы празднуем праздник Суккот И вот когда мы празднуем праздник Суккот Басимха нахну махризим ошана рабале кольминей анашим. И мы возглашаем с радостью ошана раба для всех людей. Авал нахну мавиним шизя коль мируказ ве бигляль. Ну, по мы понимаем, что все это благодаря Иешуа. И сейчас пару слов про парашу, который я их читал. Это последние слова Моисея перед его смертью. Он стоит перед народом Израиля. И он говорит: вот благословение. И он говорит, вот благословение. Когда он делает это благословение, он провозглашает чуть-чуть странные слова. И вот он говорит, что вот Бог, он открылся всем, всем народам, и он это говорит как что-то абсолютное. Но мы знаем, что до сих пор не все люди еще понимают и принимают то, что Бог Он есть. Но Моисей, он прям провозглашает эти слова. И у нас есть чему учиться здесь. Послание евреев в 11 главе

много раз в жизни мы сомневаемся, мы не знаем, если мы идем по правильному пути. Но мы должны просто попросить у Бога и сказать, Бог, ты мне вот это обещал, и идти по пути, который Он нам дает. И вот стих. Аф ховев амим кол гдушав биядеха. Истина он любит. Барусит написано народ свой рак амо. Все святые в руке его. Валькан элухим леми дабер рак. Здесь Господь не говорит только про народ израильский. ואנחנו לפעמים עם אהבה עצמית לעם ישראל, כל הזמן עומדים עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. מי נגד תק ליבים סביבוי נרודים, מי תוק כדומה הם אבניון, נרוד ישראל, נרוד ישראל). ואין ספק, אין ספק שכששיקום, תיקון, יבוא לעם ישראל, זה יהיה ברכה גדולה. И нет сомнения, что когда придет восстановление нашему народу, это будет огромное благословение. Но Господь заботится о всех народах. И здесь написано, любит все народы. Любит народы. И вот хазали они так толкуют, что каждый народ он как будто одно колено из Израиля. Но это неправда. Не народ это народ, а колено это колено. Очень важно, когда мы провозглашаем молитву про спасение для нашего народа Израиля. Что это влияет на спасение всего мира. И я думаю, когда человеком приближается к Господу, думаю, приближается к Господу то все националистические и патриотические чувства человека они уходят. של של И, ты начинаешь видеть все, как Бог это видит, через его глаза. הכל, או, И мы, мы уже не думаем, вот как мне будет хорошо, если это мне хорошо или плохо. Не только мы, о себе мы думаем. Мы уже думаем о других людях, если это им будет полезно.

Тергумим Шоним, Катув, закон дан нам Моисеем. Нет, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля. Медубар поба тергумим ше у Моше, а я мелех Израиля, валь, баеврит зелом медубар аль Моше, элухим, есть разные переводы, где там в этом стихе имеется в виду, что Моисей, он был царем Ишуруна. Но это неправильно. Господь был его царем. Вемаши Давид тафас это никуда. Ишурун, за отчем носав ли Царь для Ишурун это еще одно имя для царь Израиля. À, ישורון זה עוד שם לעם ישראל אה, ישורון את הישוד נעימה לנרוד הישראלי אנחנו יודעים שאלוהים קרא לעם שלנו בני יעקב או ישראל מזנאים שטו בוג נזבה את נרוד, סיני ישראלי וסיני יעקבה, סיני אברהמה אבל ישורון זה עוד אחד מהשמות שלנו איבות ישורון את הישוד נעימה ובקונטקסט מה שאנחנו קוראים עכשיו זה שוב הכרזה ישורון זה ממילה ישר И в этом контексте это еще раз провозглашается, потому что слово Ешерун это, это, корень как Яшар вперед. А, имам Исраэль, а, миталех бадрахим яшарим. а сейчас израильский народ идет прямым путем. Они хошев, У нас так много чего можно посмеяться на каждом угле. Но как провозглашение, как вера. Они хошев, что но я думаю, что в один день наш народ восстановится, и это придет và к нам тоже. Несколько. Я чуть-чуть укорочу свои слова. Потом есть благословение для каждого колена в нашем народе. Và... Я почитаю, может быть, только два из них. Один, я буду читать благословение колену Звулон, потому что вот мы живем сейчас на колене Звулон и Исахар. 18-19 стихи. Из Бавакаша Второзаконие, 33 глава, 18-19 стихи. А не сказал, веселись, Звулон, в путях твоих, и Сахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. А Паршанут ли Милимаэле? Толкование этих слов. Шелезвулон ешь что у Звулуна есть какая-то сила, потому что он близок к морю. Бизнес. Может быть, бизнес какой-то. Можно продавать что-то через море. Люди колено из сосхар, они сидят в шатрах. И может быть, это обозначает, что они могут понимать какие-то секреты с небес. אנחנו, אנחנו, שלנו, בשטח, Вот наша община находится сейчас, как раньше было колено Звулон и сахар. И я хочу, чтобы мы как община были вовлечены в Словом Божьим Здесь и везде, куда мы пойдем. Еще один стих я хочу провозгласить. Про колено Ашер. Они живут там, где север, там, где аку. И этот стих я уже знаю давно, даже прежде, чем я понял, как э, поделили все колено Израиля. И мы более чем нуждаемся в этом стихе сегодня. И он э, объясняет, как важно это, что Бог нас сохранял. ואני רוצה это את זה ומבקש מכולכם לעמוד ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דבעיך אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל. אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן אזרחה ואשר חרב גאוותך ויכחשו אויביך לך ועדה על במותי מו תדרוך. как дни твои, будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет «Истребляй». Израиль живет безопасно один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплю тросу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь их. Амин. Наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе. עזרה לעמנו ויפוצו אויביך ירזביגות צוורגית ויהי אבינו שבשמיים אנחנו מתפללים שאתה תשמור כל בן אדם שנפצע שתבריא ואנחנו מתפללים אדון שאתה תיתן לכוח של צה"ל לנצח במהירה Мы молимся, чтобы ты помог всем, кто ранились, и восстанови их, и охраняй, и дай силу нашим солдатам, нашей армии, чтобы они выиграли. Башем